Всем большой привет! Сегодня приготовим один из самых вкуснейших салатов с куриной грудкой и жареными грибами. Очень сытный и вкусный, подойдет как на праздник, так и на каждый день. Готовим одно куриное филе, посыпаем солью и перцем. Немного натираем и обжариваем на сковороде около 20 минут. С двух сторон до золотистого цвета. Жарим под крышкой на среднем огне, чтобы мясо хорошо прожарилось. Свежие шампиньоны мы промыли, обсушили и нарезаем крупными кубиками. Выкладываем шампиньоны на горячую сухую сковороду и выпариваем жидкость. Одну луковицу нарезаем крупным кубиком. Когда у грибов выпарилась жидкость, мы посыпаем солью и перцем, добавляем лук и немного растительного масла. Обжариваем до готовности и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стек жир. 3 отваренных яйца нарезаем соломкой. Готовое куриное филе мы остудили и нарезаем длинными полосками. Затем возьмем несколько маринованных огурчиков и нарезаем мелкой соломкой. В этом салате можно использовать вместо маринованных также свежие огурцы. Грецкие орехи подсушим на сковороде и измельчим. Теперь берем большую миску и соединяем все ингредиенты салата. Заправляем салат майонезом и хорошенько все вымешиваем. Посыпаем салат перцем по вкусу и опять перемешиваем. Вот такой вкуснейший салатик у нас получается. Украшаем зеленью и подаем к столу. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, а также подпишитесь на канал. А еще заходите на мой второй канал «Не Нуашу рецепты». Ссылка на канал есть в описании к видео. А я желаю вам приятного аппетита и до встречи в новых видео на моем канале.